Можно снять сейчас. Давайте еще. Жили, поставили. Пошагали на месте одним боком, к собаке повернулись. Если собака не срывается, даем тут же кусок. Чаще тут лакомство выдаем. Также пошагали, одним боком повернулись, другим боком повернулись. Собака не срывается, даем снова собаке кусок. Работаем над выдержкой в позиции сидя. Пробуем от собаки отойти подальше. Подвигались с одного бока, к собаке подошли с другого. Говорим при этом ждать, собака ждет, мы ее эмоциями держим. Говорим: умничка, молодец, супер собака. Иногда подходим к собаке маркером, иногда маркером срываем, маркер — это у нас слово. Вспомнили, да? Вот сейчас только что повторили с собакой. Говорим: да, резкое движение от собаки, собака сорвалась, и вы ей дали кусок. Собака сделала все правильно. Поводок кверху. Сидеть и поводок кверху. Держим, держим. Собака села. Один раз сидеть и поводок кверху. Собака села, поводок стал провисшим. Не надо с лакомством. С лакомством всегда будет работать. Без лакомства уже тоже работает, я уже проверил. Давайте пробуйте. Лакомство к носу и поводок вверх. Сидеть, поводок вверх, еще натяните и держите. Сел, провисший поводок, и даем лакомство. Вот так. Если кто может, давайте в позиции лежа тоже выдержка. Собака лежит, даете ей лакомство. Руку от носа пока не убираем, чтобы собака не вставала. Сначала сами должны встать, потом только рука от носа. Вы лакомство тут, что ли, разбросали? Собака лежит, дает лакомство.